Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «С первых рук». С вами Акмарал Майкузова. У нас сегодня в гостях Айна Нурлановна Абдраева, судья Актюбинского городского суда. Добрый день, Айна Нурлановна. Добро пожаловать. Тема сегодняшней нашей беседы будет посвящена примирительным процедурам в гражданском судопроизводстве. Неспроста мы эту тему поднимаем, поскольку, во-первых, очень много новшеств в различных законодательных актах, в законах казахстанских, которые в том числе касаются работы судебных органов. Ну и учитывая то, что Актюбинск, Актобе входит в пятерку самых, скажем так, сутяжных городов по Казахстану, это тоже актуально для нашего региона. Судьи, служители ФЕМИДа все время призывают стороны к примирению. И тем более сейчас в новых законах для этого предусмотрено очень много пунктов, введено понятие примирительных процедур, такие виды примирительных процедур, как медиация, еще одно трудновыговариваемое слово. Об этом вы расскажете. Как раз таки хотелось бы более подробнее у вас узнать, каким нормативным правовым актом регламентируются примирительные процедуры. Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года институт примирительных процедур, он уже окончательно обосновался в самостоятельном разделе. И согласно статье 24 Гражданского процессуального кодекса предусмотрено, что подведомственный суду спор может быть завершен путем заключения мирового соглашения, урегулирования спора конфликта в порядке партисипативной процедуры, в порядке медиации, а также в порядке арбитража, если это не запрещено прямо законом. Стороны могут урегулировать спор в порядке заключения мирового соглашения, партисипативной процедуры, либо в порядке медиации путем полностью удовлетворения своих требований, либо его какой-то определенной части. И действительно, в прежнем ГПК, ГПК прежней редакции, все-таки примирительные процедуры, они носили призывной характер. Но на сегодняшний день уже непосредственно в новом проекте, в новом ГПК, в новой редакции предусмотрена как раз-таки и задача самого судопроизводства для содействия мирному урегулированию спора. Айна Нурлановна, у нас в области существует несколько судов. Это суд, который рассматривает особо тяжкие преступления, суд присяжных, экономический суд, суд по делам несовершеннолетних, ювенальный суд, гражданский суд, уголовный суд, административный и экономический суд. Вот, то есть я веду к тому, что очень много различных дел в зависимости от вида судов, от вида дел рассматривается, материалов. Так примирительные процедуры всех видов судебных дел могут касаться или только вот определенных? Если говорить именно в рамках гражданского судопроизводства, то, что рассматривают гражданские суды, то, конечно же, необходимо отметить, что с применением примирительных процедур подлежат не все дела рассмотрению, а именно дела искового производства, кроме правоотношений, вытекающих из публично-правовых. Дело в том, что зачастую, где стороной по делу выступает государство в лице государственных органов, должностных лиц, заключение мирового соглашения, либо в партисипативной процедуре, в порядке медиации не предусмотрено завершение дела по существу. Что относится к примирительным процедурам? К примирительным процедурам новый ГПК в новой редакции предусматривает ряд таких процедур. Это мировое соглашение, заключение мирового соглашения, урегулирование спора в порядке партисипативной процедуры. Что это такое партисипативная? В порядке партисипативной процедуры здесь нужно отметить, что непосредственно с обеих сторон должны выступать представителями именно адвокаты, адвокаты, являющиеся членами коллегии адвокатов. И в данном случае уже без участия судьи адвокаты путем переговоров, путем содействия мирного урегулирования спора приходят к определенному консенсусу, приходят к определенному итоговому решению, который в последующем ложится в основу соглашения об регулировании спора в порядке партисипативной процедуры, и судом рассматривается данное соглашение уже в ходе судебного заседания с обязательным участием сторон о времени и месте судебного заседания. Как часто с начала года рассматриваемые дела, где можно применить эти примирительные процедуры, уже заканчиваются вот партисипативным соглашением, медиацией и другими видами примирительных процедур? Как часто? Если говорить именно на практике суда города Актюбе, гражданской юрисдикции, то стоит отметить, что по результатам первого квартала в нашем судом было заключено 5
было окончено 5 гражданских дел с путем заключения именно партисипативной процедуры. Конечно же, на сегодняшний день институт партисипативной процедуры, он довольно-таки молод, он новый, начал действовать с 1 января 2016 года. Вместе с тем судом и судьями проводится определенная работа по разъяснению данной процедуры путем ее заключения, проведения и, конечно же, последствия проведения такой процедуры. А в частности, медиация, если будем говорить о мировых соглашениях, то оно имеет огромный спрос среди населения, и на сегодняшний день большинство дел заканчивается именно заключением мирового соглашения. Часто практикуется такое. Да. Айна Нурлановна, какие преимущества есть у примирительных процедур и последствия какими могут быть? Преимущество примирительных процедур, в первую очередь, это все-таки добровольность сторон, поскольку стороны, когда оговаривают условия того или иного соглашения, они оговаривают, можно также оговорить и сроки, и порядок исполнения этих обязательств. Новым ГПК предусмотрено также понятие рассрочки, отсрочки исполнения этого обязательства по соглашению. Второй момент, в чем преимущество, это все-таки экономия времени и денег. Самым главным последствием заключения мирового соглашения, партисипативной процедуры медиации предусматривается то, что согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан, в судах первой и апелляционной инстанции государственная пошлина, выплачиваемая при подаче иска, она возвращается в полном объеме. При заключении мирового соглашения в судах кассационной инстанции возвращается госпошлина в размере 50%. И третье, основное, это все-таки, наверное, добрые, доверительные отношения дальнейшие между сторонами. То есть на сегодняшний день они уже не ждут своего результата, а путем соглашения урегулируют мирным путем. Ну, о последствиях, если говорить. О последствиях, самое главное последствие, важное последствие примирительной процедуры является это прекращение производства по делу. Дело в том, что согласно статье 179 и 177 Гражданского процессуального кодекса предусматривается, что в ходе заключения мирового соглашения, партисипативной процедуры либо медиации спор по существу прекращается. То есть сторона не имеет права повторного обращения с тем же спором по тому же основанию, предмета иска, суд. Спасибо вам за сегодняшнее интервью. Мы будем надеяться, что и после сегодняшнего вашего выступления актюбинцы, которые собрались в суд, все-таки найдут все силы примириться с той стороной, ну а та сторона с этой. С вами была Акмарал Майкузова, а также судья Актюбинского городского суда Айна Нурлановна Абдраева. Спасибо за внимание. В суде уже появилась Гульвира Сейтенова и передается эфирная эстафета.